Это Антуан Агюст Пармантье, французский фармацевт и агроном, большой пропагандист, хорошо знакомых нам сейчас растений нового света, которые еще в 18 веке не пользовались популярностью в Европе. Благодарность потомков в бронзе. В частности, в его родном городе Мон-Дидье воздвигнут ему памятник, а еще благодарность, так скажем, на столе. Продовольственное пристрастие современности и благодаря трудам Пармантье где-то как-то сформированы. Здравствуйте, дорогие друзья, а если говорить конкретнее, благодаря усилиям Пармантье в 1772 году французский медицинский факультет объявил съедобным картофель. Какая удача! Это сейчас мы знаем, что картошка – объедение, и приготовить из нее можно сотни-сотен самых разных вкусных блюд. Нам трудно поверить, что в Европе картофель был неизвестен не только до Колумба, но и еще пару-тройку столетий после. И в каждой стране история повторялась – наступал неурожай, голод, вспоминали о картошке. Однако Антуан Пармантье не ставил перед собой политических целей, картошку он полюбил искренне и всей душой. Дело в том, что в 1757 году, отправившись в качестве полевого лекаря на войну с Пруссией, он попал в плен и познал, так сказать, все прелести невольной кормежки. Да, это была картошка. Пленным полагалась еда, непригодная для прочих людей. Но Пармантье счел ее вкус отменным, да к тому же сохраняющим силы и здоровье, и дал себе слово распространить малоизвестное растение во Франции. И на какие только хитрости не отважился потом. Людовик XVI пожаловал ему немного земли к западу от Парижа. Там-то он и развернул бурную картофельную деятельность. А чтобы местные жители обратили на нее внимание, днем выставлял на поле вооруженную охрану, ночью снимал ее. Стража уходит, картофель выкапывают. Дескать, если охраняют, значит, что-то достойное. Пармантье и высокие приемы устраивал. Приглашал знаменитостей, приносил ко двору цветочно-картофельные букеты. Одно время был даже модным украшать ими дворные наряды. Более того, Пармантье лично сам презентовал несколько блюд, которые до сих пор живы во французской кухне. Блюд из картофеля, конечно. Буквально каждая французская хозяйка знает, что такое гратен, то есть запеканка Пармантье, и что такое суп Пармантье. Вот суп сегодня как раз мы и предлагаем вашему вниманию и вкусу. Суп Пармантье. Картофель нарезать крупными кубиками, отварить в подсоленной воде до готовности с тимьяном и розмарином. Бекон обжарить на сухой сковороде и добавить к картофелю. Обжарить лук на оливковом масле, тоже добавить к картофелю. Посолить, поперчить, разбить в блендере, добавить сливки. Еще раз прогреть, подавать с беконом и зеленью. И согласитесь, какие бы супы мы ни готовили, щи, борщи, солянки, рассольники, лапшу, вот чтобы так просто из картошки с картошкой и с минимальными добавками, еще не приходилось. А как красиво, сытно и с какой замечательной историей. Все на сегодня. Удачи вам. С вами была Жанна Соловьева. До свидания.